Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня много классных рецептов. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусную закуску, которая подойдет и на праздничный стол, и на пикник, и даже просто на завтрак. Мы с вами будем делать роллы, настоящие роллы из обычных огурцов. Сочетание сливочного сыра, красной, копченой или слабосоленой рыбки, свежих огурцов просто фантастическое. Мне лично очень нравится, и я бы ела такое блюдо на завтрак просто каждый день. Мне кажется, это идеально для лета, потому что вкус у этого блюда такой свежий, и блюдо получается сытным. Но, кстати, это блюдо можно приготовить и на Новый год, а вместо красной рыбы использовать красную икру. Еще мне нравится, что делать его очень просто. Все, как я люблю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если рецепт вам понравился, если вы что-то приготовили, тоже пишите свои отзывы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мои каналы в Дзене, Ютубе, Инстаграме и ТикТоке. Увидимся!